Понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма. Значимость добровольческого движения особенно заметна в нынешний год пандемии. Руками добровольцев в 2020 году было сделано немало добрых дел. Итоги некоторых из них подвели 5 декабря. С 2017 года 5 декабря стало официальным Днем добровольца. Праздник учрежден указом президента России. И этим фактом подчеркнуто особое отношение в стране к волонтерскому движению, которое действует и в Десногорске. И 2020 год, год пандемии, стал проверкой на прочность волонтеров Атомграда, которые все же смогли реализовать множество проектов. Один из самых ярких примеров – это всероссийская акция «Мы вместе», в рамках которой весной была оказана адресная помощь людям 65+, в количестве 300 человек. Всего же было проведено 93 мероприятия, в том числе два собственных проекта. Волонтеры города смогли достойно проявить себя в непростых условиях нынешнего года, за что были поощрены благодарственными письмами от волонтерского штаба 5 декабря в Центре культуры и молодежной политики. Благодарностью отмечены более 10 человек – сотрудников организаций, школьников, серебряных волонтеров. А более 25 человек получили волонтерскую книжку. Подводя итоги этого года, к волонтерскому движению Десногорска присоединились 77 человек. Итого, как минимум 283 человека в Десногорске точно готовы делать добрые дела не на словах, а на деле. Добровольцам нельзя стать на бумаге. Только в реале это дела и поступки. Творите добро! Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.